безобразно держит тайм. Причем, ладно бы 1-2 выпали, все, просто все играли очень плохо. Перерыв, естественно. Подкорректировали, скажем так. Проигрывали все, борьбу, подборы, вообще. Нет смысла даже комментировать первый тайм. Ну а второй тайм вышла совсем другая команда, та, которая ставит задачу, цель на первое место, это было по игре. Скажите, ну а с чем связан такой первый тайм? Наверняка после кубкового поражения, понятно, вы тогда не работали, команда хотела отыграться наверняка? Безусловно. Перегорели? Не знаю, что это такое, будем разбираться, естественно, но так не забыть футбол. Я не могу сейчас пока вам ничего сказать по этому поводу, но безусловно мы настраивали, да, говорили, что это дерби, и естественно Черноморец хотел не то что отобрать очки, было видно, что они хотели тоже выиграть, но мы преследуем свою цель, поэтому я очень рад, что мы выиграли сегодня. Скажите, у вас перерывная установка такая была, играть вперед сразу, бить меньше на поле внизу? Да. Ну да, я так скажу, что да. Просто мы немножечко подкорректировали даже в этом плане. У нас все было и вперед, мы стали больше играть и подбор. У нас получался отходил Каюмов на розыгрыш. Розыгрыш не получался. Середина была пустая, то есть все, что мы начинали в атаке, Черноморец выигрывал свою игру, подбор и проводил ответ на атаку.